Всем привет! Сегодня у нас гранатовый ликер. Готовили гранат, корица, цедру лимона и гвоздичку. Одну штучку. Трехлитровый баллон и маленькая бутылочка Сэма. Пересыпаем ягодки в баллон, добавляем цедру, корицу, гвоздичку и заливаем все огненной водой. Все хорошо перемешать и убрать на 7 дней. Через 7 дней приготовить сироп, водичку, помешать с сахаром, достать баллончик, какая красота выходит. Перелить все. Ягодки лучше не раздавливать, как я сделала первый раз. Вмешиваем настоечку с сиропом. Вот так перемешиваем и переливаем в нужную емкость. Делала я дважды. Один раз ягодки я растолкла, другой раз ягоды не трогала. И вот что получилось. Это немножко мутное, а это вот такая прозрачная. На вкусе это никак не отражается. Получилось две бутылочки замечательного ликера. Рецепт взят с просторов интернета. Но на свой вкус я его сделала чуть меньше сахара.